Привет, друзья, всем. Значит, смотрите, снял жабу, моторчик, стеклоочиститель, и посмотрите, что тут творится. Хоть иногда надо снимать, потому что там и болото, и все. Благо, хоть оно не успело там ничего ржаветь, и ничего там не окисляться. Я так вижу, что вроде бы все хорошо, сейчас все вымою, вычищу оттуда. Чё снял моторчик? Так как буду делать ревизию сейчас вот этих направляющих здесь и здесь, потому что начал, услышал, что немного начало оно поскрипывать такой. Звук неприятный. Если вовремя их не почистить, то потом вот тут они закисают настолько, что дворники вообще не перестают включаться. Может и моторчик сгореть. Ну и, соответственно, потом это все разобрать и смазать будет гораздо тяжелее. Поэтому... Смотрите, снял жабу, его тоже помою, ну, естественно, оно тоже все тут грязное. Чтобы снять дворник, использовал вот такой съемничек, так как близко стекло. И правый дворник, который короткий, вот этот, он не снимался, он подзаржавел, вот видно, прям на этом даже, видите. Его прихватило, это все тоже очищу. Левый хорошо снялся, а этот не снимался. Хорошо, привез мне тесть такой съемничек, и я снял. Вообще без проблем, то есть, потому что и ключи подставлял, пытался его снизу поддернуть, но там быстро стекло, это опасно, можно по стеклу ударить, вот по краю, по каемочке, и все, и трещина пойдет. Сейчас, в общем, тут все уберу, вычищу, покажу вам, как оно должно быть. А, кстати, вот еще такой маленький лайфхак, видите, это покупал на Лаче эти стойки новые, они приехали с такими закруточками пластиками, я их чистил и на горячий клей прям сюда посадил, потому что тут часто собирается вода и начинают ржаветь эти все гайки, ну и некрасиво смотрится, а так получилось так прикольненько, так что берите себе на заметку. Ну вот, что получилось, думаю, неплохо. Так оно должно выглядеть хотя бы раз. Напомню, машина 2008 года выпуска, то есть 14 лет уже. То есть за 14 лет, вот, если вы раз так уберете, то у вас всегда будет чисто. Плюс пришлось снять вот эту экран этот. Он здесь вот так стоял. Потому что под ним вот тут тоже было бы грязно. Он крепится там на 8 или 9 болтах, так по периметру они идут, и один вот здесь, и там. И все, оно вытягивается, только надо будет отсоединить вот этот провод. Там вот эти клипсы-зажимчики, просто отверткой выковыриваете, так влево-право, влево-право, и они выскакивают, они типа на резьбе, ну, выщелкиваются. И теперь, в принципе, гораздо чище, то есть здесь даже... места вот подобраться, там повытирать. Я хотел снять вот этот экран, он сильно грязный, но там он где-то прикручен, видимо, под днищем, очень неудобно. Потом еще гляну, посмотрю. Но этот вот снял, помыл, снял вот эту ковровую, я так понял, шумоизоляцию, и попылесосил ее, будет красивенько. Так что, ребята, ухаживайте за своими автомобилями, не ленитесь. Подписываемся на канал, всем пока. Ну вот и финалочка, уже покажу с собранным, с этой защитой, без мотора. Мотор буду, кстати, вот эти промазывать направляющие. В следующем видео посмотрите, как это делается, я расскажу, как я это делал. Ну а это уже тут все закончено, все чистенько, тут мелкий мусор, это в процессе. Это грязненькое, такое темненькое, это оно уже... Видимо, въелась грязь, его надо вычищать. Но это заморочки не стоит. Все.